Пока мама с папой на работе. Даже во время пандемии некоторые детки продолжают ходить в садик. В Ульяновской области работают дежурные дошкольные группы в 57 детсадах. Такие группы, их сегодня 65 в регионе, посещают малыши, чьи родители по долгу службы не могут остаться дома. В один из таких детских садов в Ульяновске заглянул Сергей Морозов. Накормить все день? Да, конечно. Вот здесь вот меню размещено сегодняшнего дня. Кашка пшеничная, второй завтрак у нас яблочный, рассольничек, обед. У нас полноценный, да, меню, пара комплектов томат, то есть современное технологическое оборудование, установленное на пищебанке. Ознакомился с меню, с досугом детей, ценил меры профилактики губернатор в детском садике номер 115 «Гномик». Всего в дошкольном учреждении 8 групп, которые в обычное время посещают 230 детей. Сейчас в «Гномике» дежурит одна группа. Не организован режим полного дня. Все по санпину. Питаются ребятишки по обычному меню. А в целях профилактики при утреннем приеме всех воспитанников детсада осматривают, измеряют им температуру. Помещения проветриваются, а посуду, игрушки и горшки дезинфицируют. По той же схеме работают дежурные группы и в остальных садиках. В 19 муниципальных образований нашего региона дежурные группы не открыты, поскольку родители нашли решение вопрос оставить с бабушками, либо заменены были на рабочем месте. То есть потребности в 19 районах, еще раз повторюсь, нет. Больше всего дежурных групп в региональном центре. Также они работают в Димитровграде, Барыше, Ульяновском и Чертаклинском районах. 260 малышей, чьи родители в период самоизоляции вышли на работу, сегодня посещают детские сады. Рената Алиулова, новости Улправды ТВ.